Всем привет! На связи снова Серега. Вот, свой день рождения вырвался за грибами. Со сранья. Пока еще все спят. Я решил слинять за грибочками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12 грибов подберезовиков. Вон еще 13 штук в одном месте. Какие-то они все корявые, гнутые, погнутые. Еще одна полянка. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Там вообще их море. 24, 25, 26, 27, 28. 39, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36. Там за березкой 37, 38, 39. Так, ну сбиты не считаем. Так, 40, 41 гриб на 5 квадратных метрах. Обалдеть. Ладно, начинаем косить грибы. Место, где белые растут, я еще не дошел, но уже вон таких красавцев набрал. Подосиновики, подберезовики. Штук с 10, наверное, даже белых там в одном месте нашел. Вот. Грибы пошли, можно сказать. Прям пошли хорошо. Можно даже сказать, что дуром прут грибочки. Так, я сейчас, наверное, этот пакет добью. Оставлю его в лесу. Потому что с ним тащиться туда с полным смысла нету. Его оставлю, схожу то место, проверю. Где белые грибочки. Ну и на обратном пути, наверное, подберу его. Вот. Маслят, правда, не особо. Так-то маслят тоже можно было бы собирать. Люблю маслятки маринованные. Вон какой красавчик. Вот это он не один еще. Так, вот это сейчас его вот так вот выдернем. Говорят, лучше дергать, когда несколько грибов, если берешь один из всех, чтобы оставшаяся часть ножки не гнила в почве, не заражала, получается, грибницу. Вот они, подберезовички, красавчики. Опа, опа, опа. Еще один. Опа, стой, зараза. Так, там он еще один стоит. Да. Тут надо было не пакеты под грибы брать, а я не знаю, что. С прицепом с каким-то сюда идти. Грибы просто дуром врут. Просто. И все чистенькие, аккуратненькие. Если, допустим, в начале лета грибы, когда первые пошли, очень много было червивых. Прям капец. Вообще много было червивых грибов. Сейчас такого нет. Может, что попрохладнее стало. Сейчас такого количества червивых грибов нету. Поэтому процент сбора товарного гриба получается выше. И это очень хорошо. У меня у коллеги, получается, отец. Но он маленько
короче, живет на границе с Томской областью. Ну, на границе ХМАО и Томской области. Так вот, он там десятками ведер белые грибы заготавливает. Прям вообще этот, шикарно все. Но здесь я таких мест грибных не знаю. О, маховичок. Красавчик какой. Красивые такие грибочки. У них ярко-желтая губка снизу. Камера плохо передает туда. Пошел я сегодня со сранья. 6 часов. Вот закон подлости. Как выходной, так просыпаешься ни свет ни заря. Как на работу, а так хоть из пушки стреляй, хрен проснешься. Такие пироги. Так, ну-ка, ты что? Не, этого не будем брать. Это же мягонький на маринад не пойдет. На маринад не пойдет. Еще такая просьба есть у меня. Кто грибы сушит, рецепт сушки подскажите, пожалуйста. Я потому что сколько раз не пробовал сушить грибы, но у меня хрена не получается почему-то. И в духовке, и на солнце сушил, всякое разное. Получается в итоге все равно какие-то соплеподобные штуковины. Вот такой подосиновичек красивенький. Вон еще один стоит. О, красавчик какой спрятался там. И что заметил? Грибы в основном растут в мшистых местах. Где мох. Не знаю почему. Вот, ну, по крайней мере, сейчас в это время. Может, земля там медленнее остывает за счет мха. Может так. Может не так. Это чисто мои умозаключения. Вот. Змей нынче вообще капец. Один раз поехали с Серегой, ну, с которым постоянно на рыбалку ездим. Поехали на рыбалку окушков подергать там. Там, в общем, два озера были через дорогу одно от другого. Ну, мы на одном рыбачили. А кушков, ну, просто там не успеваешь закидывать удочку, он сразу долбит. Даже когда червяк кончается, от крючка, видимо, червем пахнет, они кидаются на голый крючок. А, окунь там выродился, там, видимо, кормовой базы не хватает. И этот... Короче, мелкий окунь вообще прям, ну, 10 сантиметров в длину, это максимум. Мелочевка такая. Я думаю, перейду на соседнее озеро, посмотрю там. Перешел, вышел на берег, а там в одном месте 15 змей всякого разного калибра. Но это только те, которых я успел насчитать, что они расползаться начали экстренно. Вот. Потом, что я... Ну вот за брусникой, когда ходил крайний раз, тоже 4 змеи видел за день. И на одну даже умудрился наступить, она мне долбанула в сапог. Ладно, дойду до белых грибов. Включусь еще раз. 3, 4, 5, 6, 7. 7 грибов подосиновиков. Вот там я еще 8-й раздавил случайно, наступил, он мху не увидел его. Маслята. Нарвался вот на такую кочку с маслятами. Вон маслятки. Все. Маслятки, маслятки, маслятки. Так, где? А вот и белый грибочек. Мы как раз уже подходим к тому месту, куда я шел. Сейчас будем косить белые грибы. Добрался я до места, где должны быть белые грибы, где в начале лета собирал их. Место есть, а грибов нет. Вот так вот. Остатки черных груздей. Почернели уже все.
черных грудей здесь, сколько нынче, наверное, ведра два, наверное, взял. Хорошо так. Ладно, пойдем, пройдем еще до конца этих горок. Когда торф разрабатывали, видимо, грунт грунтовали сверху. Потом это все заросло кустарником. Белые грибы это дело любят. Ну что-то как-то я их не вижу. О, один вижу. Опа. Жалко, что нет, не один. Два, три. Три грибочка. Лапочка, дочка, да? Ну я на большее рассчитывал. Так. Ну-ка, дальше пройдем, посмотрим. Может где-то еще. Ну, придется, значит, второй пакет добивать под осиновиками, под березовиками. Я когда тут оставил, уже потом шел, не собирал грибы. Их там было дивно. Сейчас тогда пойду. Как раз в обратную сторону идти буду собирать то, что есть. Но я пока шел сюда, десятка два белых грибов нашел. Самое главное, в начале лета там не было белых грибов. Сейчас есть. Зато тут теперь нет хрена. Обидно, досадно, да ладно. Но нету тут белых грибочков. Будем собирать, значит, то, что есть. В начале лета прямо вот на этих кучах собирал. Грибов так нормально было, изрядно. Черные грузди и белые грибы были. А сейчас... А, вон еще белый вижу. Вон какой красавчик. Бочоночек какой. Землей пахнет. Ладно, покрутимся, повертимся, может что-нибудь найдем еще. Два подберезовика прямо из пня выросли. Не из земли, а из дерева. До этого в березе такую же фигню видел. Вот я уже второй пакет дособираю. В домашнюю сторону двигаюсь. Ну, в принципе, наверное, все. Раз пакет. Такие красавчики. И два пакета. В общем, два пакета под завязку. Ну, в этом поболее маленько. Килограмм 20, наверное. Здесь килограмм 15 грибов. Вот. Ну, на сегодня хватит. Всем пока-пока.